Всем привет, Ютубу привет. Вот на краю элемента у нас находится вмятинка. Вот. Вмятинка тут довольно такая обширная была, скажем так, противная. В основном удавалось до сих пор справляться вот таким инструментом. Даже маленькими вот такими ковырялочками всякими, вот вплоть до вот, вот. Но в данном случае получается вот это из спицы она, вот, залазишь, но не хватает силы. Естественно, что опять же вот просверлил отверстие, в узелке такое, чтобы залезть сильным крючком, вот оно. Вот, и залезть надо туда. Отсюда, со штатных мест, либо не долезешь. Вот. Что получается? Тем хвостиком мне особо там приятно ковыряться, потому что крыша имеет небольшой овал. Вот, и если китом ковыряться, я начал ковырять, получается неаккуратно почему-то. Вот, и неудобно. Вот был изобретен такой, такая ковырялка. Вот с таким выступом. То есть это свободно действует. Здесь как бы никаких проблем. Окончание самое примитивное. Просто наварена капелька. Такая в форме шарика. Как получилось. Вот. И вполне себе ничего она достает у нас. Вот она заходит вот так и удобно, как хочешь, в принципе, вот так вертикально давя, вот мы видим, прекрасно себя зарекомендовала. Вот, и прекрасно ей можно делать. Я сейчас попытаюсь показать, просто показать. Вот, хожу до края элемента, вот, и спокойно не хочет наводиться. Спокойно, дозируя усилия, вот, потихонечку выдавливаю таким крючочком. К сожалению, неудобно. Вот, приспособ получилось, значит, из, грубо говоря, 7,5. Вот пруточка, он сталистый, тоже он из разряда торсионной стали, с чего-то откуда-то. Вот, и прекрасно работает, потому что вот такой длины все мои ковырялки, которые более тонкие, в данном случае, вот эта шестерочка, и вот эти даже, да, хотя вот они сильные, вот, они чуют, то есть они гнутся, мнутся, ну, в напряге пытаются сорваться, соскользнуть, а тут надо уверенно попасть в нужное место и плавно мать вверх. Вот такой был изобретен крючок или ковырялка, кому как говорится удобней. Вот, и такие вполне даже ничего себе делать. Вот, работа заняла буквально там 20 минут, из них 5 минут сушка. Вот это я брызнул, просто в хламе валялся баллончик там с остатками, решил добрызгать в дело хотя бы пустить, потому что она тут несколько ржавенькая. Вот такой вот крючочек, простой в изготовлении и в то же время эффективный в работе. Вот, кому-то может быть это пригодится. Всем спасибо за внимание, пока-пока, до новых встреч. А, я не пока-пока, я доделаю, вот, и покажу это место. Вот я взял, нанес напротив этого места восковым карандашиком меточку сделал. Вот и посмотрим, что будет.
Вот потихоньку мы приближаемся к заветной черте. Сейчас я потише сделаю. Не все сделано, но как бы уже похоже. Ну вот. Вот она метка. Там дальше, чуть вдалеке виднее. Там вот еще одна, как говорится, дефектик. Рад бил. Там подбил. А здесь уже, в принципе, все решено. Чуть-чуть тут поправить еще надо. Капельку. Вот и все. Вот такой вот кусочек железа был, стал инструмент. Я думаю, в дальнейшем он меня тоже будет выручать. Все, на этом всем спасибо. Пока-пока. До новых встреч.